дома играет. Ты куда? Внимание, внимание! Организуется клуб сказочных знатоков. Принимаются заявки от команд, в каждой должно быть по 5 игроков. Команда, одержавшая победу в 5 играх, получит приз – Кубок Мудрости. Надо собрать команду. И кого же мы пригласим? И я. Еще надо Шапохляк позвать. Она такая хитрая и сообразительная. И Лариску пригласим. Крысы очень умные животные. А где же мы возьмем 5-го игрока? Да, проблема. Может, ребят позовем? Хочешь принять участие в игре? Будешь нашим капитаном. Если да, щелкай экран. Я сбегаю за Шапокляк и Лариской. Встречаемся в клубе. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Приветствуем вас в нашем клубе. Вы видите на столе лототрон? Он автоматически будет выбирать вопрос, присланный в клуб сказочными персонажами. На обсуждение каждого вопроса дается минута, в течение которой игроки могут высказывать свои версии. По окончании минуты капитан должен выбрать игрока, который, по его мнению, высказал правильную версию. Если команда отвечает правильно, ей присуждается очко. Если неправильно, очко присуждается команде сказочных зрителей. Победит тот, кто первым наберет 5 очков. Желаю успеха! Первый раунд. Запускаем лототрон. Посмотрите внимательно на фотографию. Сможете ли вы догадаться, какое животное на ней изображено? Минута пошла. Запускаем лототрон. Посмотрите внимательно на фотографию. Сможете ли вы догадаться, какое животное на ней изображено? Минута пошла. По моему мнению, это носорог. Это тюлень. Вроде бы это морж. Мне кажется, что это бегемот. Мне кажется, я хочу, что это бегемот. Максим, иди сюда. Как тебя зовут? Итак, капитан, кто же будет отвечать? Мы решили, что это бегемот. Тим, ну подожди, сейчас я 5 раундов собираю. Да, вы справились с этим вопросом? Красота! Второй раунд. Запускаем лототрон. Я сейчас перечислю предметы, а вы определите, какой из них лишний. Яблоко, груша, малина, слив. Минута пошла. Это груша. Слива. Я считаю правильный ответ. Яблоко совершенно здесь не подходит. Вот это за...
обсуждим. Мы считаем, что это малина, так как все остальное растет на деревьях. Да, вы справились с этим вопросом. Ух ты! Третий раунд. Запускаем лототрон. Как появляются на свет крокодильчики? Минута пошла. Крокодилы развиваются из икринок, как лягушки. Они вылупляются из яиц. Мое такое мнение. Да, точно. Так же, как и собаки. Но, может, мамы-крокодилики находят их в капусте? Итак. Крокодилы вылупляются из яиц. Да, вы справились с этим вопросом? Ура! Четвертый раунд. Запускаем лототрон. Посмотрите на экран. Вам предстоит разобраться в этой путанице и определить, сколько предметов относится к посуде. Минута пошла. У меня сложилось впечатление, что один предмет. Может, два? Мне кажется, что четыре. У меня получилось три. Итак, наш ответ – три предмета. Да, вы справились с этим вопросом? Ух ты! Не исключено, что победитель определится в следующем раунде. Сосредоточьтесь. Пятый раунд. Запускаем лототрон. Сколько молочных зубов у ребенка? Минута пошла. Примерно 16. Куда больше? 30 зубов. 32, это каждый знает. Кажется, 20, если не ошибаюсь. Итак, у ребенка 20 молочных зубов. Совершенно верно. Сейчас обновлю счет. Победа! Потрясающе! Победа клуба сказочных знатоков. Капитану команды достается приз. Он сможет найти его в разделе «Призы». Если вам удастся победить в 5 играх, вы получите кубок мудрости.